Всем привет, ребятушки! Доброчка, добрый день, добрый вечер! Приветствую на канале Gameplay. Продолжаем судьбу Дрейка Uncharted. Первая часть четырех пока серийной игры, так ее назовем. К башне. Глава к башне. Так, а что не едем, братан? Ага, все, понял. Так. Ага. Ой-ой-ой-ой! Бум! Бум! Полетел! Бульк! Хорошего приземления. Да, будем потихоньку ехать, потому что, скажем так, ребятки тут часто стреляют. Сильно, да, быстро не стоит ехать. Очень потихонечку, не торопимся. Опаньки. Опаньки. Бум. Бум-бум. Бум. Как говорится, тише едешь, дальше будешь, да? Ой, дождик, дождик попали. Вон, ребятки, смотри, как откуда лупят. Бульк! А, прям вообще без брызгов зашел. Откуда он там? Ой, ятрить колотить. Сам себя чуть не убил. Бульк! Мужичок на месте, а вот... АК-47. Упал в водичку. Да ты там чё стреляешь? О, дядька улетел. Вон он, вот тебе, вон он. Пошел! А, блин, головой прямо в землю ударился. Ну да, не очень приземление, согласен. Ой, что-то звук какой-то нехороший. Да блин! Бульк! Все, упали. Я его заметил, но выстрелил не туда. Так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Больно, больно, больно! 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 Не надо так делать! Бу-буль-буль! Нифига себе! Так, где-то там кто-то стреляет по мне. Ай-яй-яй, ты нехороший. Ай! О, бум тебя! А у него такая же штука была, как у меня. Но мне повезло. Бум! А-а-а. Так, чё, куда едем-то? Наверное, сюда. Нет? Ладно, вот тут какой-то есть проход. Нет, тут нет прохода, тут закрыто. Ага. Надо где-то вылезти. А где вылезти? Тут должен быть какая-то пристань. Ничего нету. Странно очень. Открывайся, Сезам. Ай! Ай! Кто стреляет? Ага, и тут тоже особо никуда не вылезешь. Чё, ворота открылись? Стреляйте по весам. А, это он кричал. Ё-моё. Бульк. Бульк. А я думал, кто там стреляет, кричит. Когда, кстати, едем, стрелять не она не может. О, теперь точно мы вылазим. Доберись до башни. Встретимся в здании таможни. О! Мамочки. Да египетская сила. Да блин! Ты воюешь налево. Ну что такое там, мужик? Вон он!
Ага, давай, давай, иди сюда. Со своей пукалкой. Вот так я бы тебе дал по морде в прошлый раз, если бы получилось. Так. Сейчас они тут еще где-то вылезут, стопудово. Не-не-не, я пистолетом, я привык уже им пользоваться. Нравится он мне. Где кто? Не пойму. А, вон они. Ну тогда ладно. Ага. Есть, готов. Ух, ёпона бог. А! Это только я так могу сделать. Сейчас патрончики потратим. Давай, вылазь. Вот подлюга не хочет вылазить. Есть. Фу. Быстренько они кончились. Я и говорю, вот они быстро кончаются. Так что неохота мне их брать. Так, перелазим. И быстренько-быстренько прячемся. На, жри нафиг металл. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, плывем назад. Плывем назад, плывем назад. Залазь. Там кто-то наверху засел. Есть, один готов. Это тварина. Вылазь давай. Ай, ёкала-бабай. Так и продолжается перестрелочка. Не в мою пользу. Так, ладно, фиг с ним. Вон он, вижу его. Ага. Хана тебе. Думаешь... Оу, выстрел в голову. Блестяще. Фух. Не спасет. Ну, видишь, спасло же. Так, УЗИ мне не надо. Отлично. Кто? Кто где? А этого мы сейчас обойдем. Чудилу. О, с револьверчика его мочканем. Бум! Обалдеть, как я его убил. Одним выстрелом в грудак. И улетел. Револьвер мощный, но вот патронов у него, конечно, нема. Убийство из-под тишка. А почему из-под тишка-то, братаны? Вы что, с ума сошли? Я ж чисто, чисто его бам, и все. Какой из-под тишка? Ну, что же даете из-под тишка? Так. Отлично. Окей. Во. Нормально. Так. Сюда. Опа. Залазь. Ага. Куда ты там прыгать решил? Не надо туда. Вот. И туда. Отлично. И снова.
Вот сюда. Прекрасно. Так. И сразу прячемся. Как я ему прям в бошку. Ах ты, подлюга, а. Сейчас, подожди. На тебе, в черепон. Не будешь больше вылазить, куда не надо. Кто там? А, автомат. Как я их? А, нет, того не убил. А я сейчас по тому мужику кину кое-что, подожди. Убил. Окей, Google. Есть. 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 Два патрона еще. Есть. Снайперские выстрелы мои. Фу, подожди, подождем. Жить-то еще охота. Ах, падла. Есть. Давай-ка сжири металл. Ах ты живой. Гадёныш. Есть. Чё, я с ними справился, что ли? Так, где пистолет? Ое. Моё. Так. Подожди. Сейчас я пистолет возьму. Ладно. Так, подожди, тут что такое? Ага, УЗИ. Да нафиг нам этот УЗИ? Сдался. Так, кто тут еще есть живой? Главное того гранатометчика вальнули. А то он больно такой дерзкий был. А, блин! Отпал. Так, этого быстро. Сейчас я возьму, дам кое-что вам. Я просто тебя не видел, где ты. Теперь вижу. Ну ты живой. А теперь нет. Ха-ха. Нехилая перестрелка, ребятки. Ну, я еще удивительно как-то жив остался в ней. Прям не нарадуюсь этому. Так, давай возьмем калаш. Так. Патроны. Нет, УЗИ я брать не буду. Я сделал вывод, что с УЗИ я связываться не буду. Так. Ага. 40 патронов получается у пистолета. Максималка. О, сокровище. Золотой амулет в виде рыбы. Прикольно, сокровище нашел. Вот, а у Калашникова, смотри-ка, патронов-то больше. Ну, конечно, он же мощнее. Так, тут что у него валяется? А, пистолет. Фух. Так, дробовик этого я мужика помню. Ё, блин! Как ты меня, а? Из-под тишка стрельнул. В кепочке такой ходит, тот отдыхает.
Ага, тут проход. Есть, еще один отключился. Так. Ага. Нет. Погоди, погоди, погоди. А что тут делать? Тут какая-то цепь. А-а-а. Цепь, 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 цепь. И куда? А-а-а, вон в чем дело. Не увидел я рычаг. Ну и ладно. Сейчас увидел. О, начинаются лазилки после перестрелки. Все ясно. Так. Так, пошел налево я. Но я не знаю, надо ли мне налево. А, судя по тому, что я вижу, мне налево вообще не надо. Да ёпона бог. Вот, фу, слава богу. Давай направо поползем. Так, тут, наверное, будет рушиться сейчас эта штука. Нет, нет. А, тут цепь еще одна. Еще один. Ага. Во как. Ха. Так, все-таки получается, мне влево-то надо ползти. Но я правильно, что остановился вовремя. Окей. Так. Как прыгать-то тут? Ну вот. Закономерная смерть. Окей. Тут прочитал, что актриса во второй части Ведьмака Цири, она англичанка, когда сценарий ей дали Ведьмака второго, она просто была в ужасе от количества слова «окей». Говорит, американцы, говорит, совсем уже обнаглели. Вот. Вот такой прикол прочитал я. Она, говорит, типа, ну, еще, говорит, в фильме, говорит, действие происходит тогда, когда, говорит, еще, говорит, этого окей, говорит, в помине, говорит, не было. Так, чё тут-то куда? Ага. Во куда. Ясненько. Да етреть колотить. Ага. Попал. Ты как через текстуру стреляешь? Что ты? Порядок. Живой еще? Готов. Ты что тут? Как тут сюда залез-то? В сандалиях-то этих своих. В вьетнамках-то как сюда залез? Не понял я тебя. Вот ты молодец. Я тут прыгаю-прыгаю, а ты тут уже, да? Ой-о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 й
А тут, оказывается, на треугольник. Ну, бывает, чё, как всегда у меня. Пустить меня. Ой, тут что-то сейчас будет, блин. Так. Туда куда-то. Ага, закрыто. О, сокровище. Золотая брошь. Отлично. Не зря спустился я. Так, надо Ленке помочь залезти. Только как? Сюда идти? Ах, твою ж!
Тун-ту-ру-ту-тун. Все продолжает стучать там. Там, походу, замок надо долбануть. А, ну точно. Отойди! Бум! Ладно, давай поищем путь к гавани. Надеюсь, лодка еще там. О, таможня, 10-й. Ну, давайте 10-й побегаем заодно. Че нам? Давайте. По два сразу, по две главы. Че тут? А че она у нас лодку-то куда бросила-то? Я что-то не понял. Скутер, точнее сказать. Ух ты, кацена. О, точно, ух ты. Это старые грузовые описи. Ого. Они хорошо сохранились. Эй, смотри-ка. Вроде похоже. Эсперанса отплыла из порта Кальяо в Перу. На борту 800 слитков золота, 1200 серебра, изумруды, золотые маски, украшения. Ого, читаешь староиспанский как родной. Видать, непростой расхититель могил, да? Нашел. Угу. Золотая статуя. Вес 20 орок. Больше 500 фунтов. Это она. О, вот она. Ух ты. Точно она. Да, выглядит жутковато. Ха, больше записей нет. Это чей-то подарок? Что? О, ну да, можно и так сказать. А я-то думала, ты из тех, у кого подивиться в каждом порту. Если бы. Нет, это кольцо Фрэнсиса Дрейка. Я его вроде как унаследовал. Сик парвис магна. Великое начинается с малого. Его девиз. Глянь дату. 29 января 1596-го? Через день после его кончины. Стоп, а это что за числа сбоку? Координаты. Это у берегов Панамы. А, так вот как ты вышел на гроб. Да, именно. Дрейк оставил это кольцо как подсказку с указанием на место. Тому, у кого хватит мозгов расшифровать. Лезть не поможет. Мы все равно отсюда валим. Боюсь, что Эльдорадо мы увидим только на бумаге. Думаешь? Печально. Так, музычка, конечно, в игре хорошая, но не располагает к веселью. Он здесь! Я говорил, не располагает к веселью. Так. Ага, он здесь. Окей. Ой, кто там стреляет? Ага, вижу тебя. Ни хрена они тут стреляют со всех щелей. Есть, убил. Каким-то чудом. А ты чё, куда спряталась? Ну ладно, давай сюда спрячемся. Ух, ёпта. Ой, блин. Есть прям бошку нахрен ему. И этого убил. Так, что там, 3 патрона еще. Есть, убил. Так, автомат. Задолбал ты где? Ну, от перестрелки к перестрелке, я думаю, мы все лучше и лучше. Ну, надеюсь, по крайней мере, на это. Так, трупак, уйди. Подожди. Так, тут же тоже есть чуваки. Ой, благодарю.
Так, тут какая-то штука. Ага. Поднимает она, да? Все, понял, ладно. А это, наверное, с той стороны проход. Ну, дробаш тут лежит. Да, с этой стороны. Но вот видите, не зря пошел. Нашел сокровище серебряное или менная пряжка. Ага, отлично. Отлично, отлично, отлично. Ну, поднимаем. Что делать-то нам? И выходим наружу. Ух ты, катсцен опять. А лодки-то и нет. Упустили мы свой шанс. Нет, вон она. На той стороне гавани. Ладно, пошли. Эй, а может, давай ты сам заберешь лодку и потом за мной заскочишь? Ладно. Хитрая. Ничего. Я просто хочу, ну, еще поснимать. Да не бойся. Ну, хорошо. Только чтобы сидела тихо. Я-то точно не боюсь за тебя. Считаю, убедил. Я знаю, что ты останешься жива. Так, ладно. И куда нам идти? Ага. Ага, вот сюда нам идти, ладно. Опля. Ой, блин. Ой, блин! Прыгай! Ёпа, мама! Давай, я нажимаю, нажимаю, нажимаю. Вот задолбали, а. Ай, ёпа на бог. Так, надо попасть отсюда, ну-ка. Нет, из этого не хочет. Хорошо, ладно. Ну где? Есть, фу. Отлично. Перезарядка не на ту кнопку. Это мы умеем. И тут что-то сейчас будет перестрелка. 11 глава в ловушке. О, ребят, давайте мы 11 главу начнем в следующий раз. Потому что чувствую, ловушка будет тут долгой. Ну а пока, всем спасибо за ваши лайки, комментарии, подписки. Покеда. Кто еще не подписан, подписывайтесь. До свидания.